Третий год подряд в Магнитогорске действуют масштабные проекты озеленения городской территории, как муниципальные, так и программы по ОММК. В результате такой грамотно организованной работы только на территории городских парков и скверов уже высажено более 800 деревьев и свыше 20 тысяч кустарников. Очень важно, что каждое растение на учете и за ним ухаживают, продолжит Юлия Никифорова. В настоящее время вы видите поливку сибирских елей озеленителями дорожного специализированного учреждения на территории экологического парка. Здесь, в одном из самых любимых магнитогорцами зеленых уголков нашего города, в течение последних 3 лет по программам озеленения высажено около 2000 кустарников и ценные породы деревьев. Площадь по периметру засадили кизильником. Центральную аллею экологического парка теперь с обеих сторон украшают сибирские ели. На территории парка высажены молодые березы, березы, лиственницы, ели. Начиная с 2017 года началась эта программа при активном участии администрации города, ПАО ММК. Было высажено более 200 деревьев, это хвойные лиственные деревья. Приживаемость, я вам скажу, стопроцентная. В принципе, ежедневный уход. Замечательно, что есть такая программа, что помогают, в принципе, и комбинат нам помогает. С нашей стороны только будем это содержать в должном образе, и все будет зеленое и красивое. Деревья действительно хорошо себя чувствуют, зеленые, красивые. На ветвях заметны свежие зоны роста, а это значит, что с корневыми системами молодых растений все в порядке. Это результат грамотного ухода за саженцами. Важнейшая составляющая озеленительных проектов, которые реализуются в нашем городе, документально оформленные правила содержания растений. Уходом за деревьями и кустарниками занимаются бригады ДСУ, а по программам озеленения ПАО ММК – подрядные организации. После посадки за деревьями проводят такие агротехнические мероприятия, как основное – это полив, это внесение удобрений в весенне-осенний период, поправка пристволовых кругов, растяжек. Также в рамках гарантийных обязательств по программе с ПАО ММК в течение 3 лет проводится замена неприжившихся саженцев. Осенью посадки деревьев и кустарников на территории нашего города продолжатся. За счет средств у муниципального бюджета запланировано высадить более 350 крупномерных деревьев и 7 тысяч кустарников. По озеленительным программам ПАО ММК – 1920 деревьев. Юлия Никифорова, Владимир Ровинский, телекомпания ТВН.